Що змінилось? Задоволені? Ні. А кажіть ваші відчуття сьогодні? Тому що на Майдані бились за одне, але все одно ж ті ж самі тварі до власті прийшли. Нічого воно не помінялось. Помінялись просто морди там і все. І то не всі. І портфелі переложили з одного місця на другий. А все остальне так і осталося, як воно і було. Ви тоді, коли стояли на Майдані, думали, що доведеться воювати? І ні. Наскільки от вам це відчуття, що ви за щось боролися, тепер ви своє життя маєте ризикувати своїм життям? Я не думав, що будемо воювати. Я думав, що Майдан це вирішить, але воно, бачите, як вийшло. А як гадаєте, можливий третій Майдан, якщо має сенс? Я думаю, що да, і, напевно, він і буде. Чому? Ну, тому що треба це все кардинально міняти. Але ж передову не полишити. Найдуться хлопці, які будуть і будуть і там. Я думаю, що буде, будуть люди і тут, і там. Казали, що от вирішальні тижні, кожен... Ну так що там у нас по поводу? Що це за війна? По поводу цієї війни? Шановний Петро Олексійович, спасибо. Я обращаюсь к вам лично от себя. От бойца батальона ОУН. От дончанина. Вы меня, коренного дончанина, вы сделали бомжом своими договоренностями и своими границами. Приказ нам никто не дает в наступление. Многие ребята рвутся в наступление. Мы знаем, где они, мы знаем, как они стоят. Есть карты, есть расположение их техники. Но, увы, увы, теперь многие ребят, патриоты, те, кто вышли на защиту Родины, дончане, они бомжи, благодаря этим всем договоренностям. Они это... тоже знают? Что? Они, конечно, они тоже знают наши позиции, у них точно так же нет приказа. Все, то есть вот нас держат, как двух псов на привязи, которые разъяренные, что та сторона, что мы, которые готовы цепиться друг к другу в глотку. А сам Донецк? А самому Донецку, а он живет дальше жизни, лишь бы не стреляли. Большинство жителей им все равно, что там происходит, лишь бы не стреляли, лишь бы не было войны. Какой флаг у них висит, чей хлеб они едят, им все равно. Лишь бы не стреляли. Вот и все. А те, кому не все равно, их там идут жесткие преследования, а здесь мы никому просто не нужны. Вот и все. Ты видишь какие-то варианты, когда это может как-то разрешиться и каким образом? Кроме силового варианта этого разрешения конфликта я не вижу. Я не вижу, потому что для меня договоренности с той стороной, которые приходили ко мне домой, которые угрожали моей семье, у меня никаких вариантов договоренности с ними для меня быть не может. Я не договариваюсь с террористами. Я не договариваюсь с предателями Родины. Солдат российской армии – это одно. Он под приказом. Это будет военнопленный. Просто местный житель, который взял оружие, это предатель Родины. К нему не может быть никаких договоренностей, никаких. Для него ответственность по статье от 10 до 15 санкций, если я не ошибаюсь. От 10 до 15 лет. Это предатель Родины. Ничего более. Но это вот может годами продолжаться противостояние. Я не, думаю, что это закончится в течение месяца, двух-трех. Я не думаю. Увы, очень хочется домой. Увы, моя семья живет надеждой вернуться домой. Но я не вижу, на данный день я не вижу этого разрешения конфликта. Потому что с данной властью, мое личное мнение, оно может не совпадать с мнением батальона, с мнением организации, я делаю сугубо от себя свое мнение, что с данной властью нам эту войну никогда не выиграть. Мы ругаем прошлую власть, они разграбили эту страну и были преступниками. Прошлая власть страну не раздавала. Эта власть раздает страну, просто. Мы потеряли Крым, мы почти потеряли Донбасс, поэтому... Ничего хорошего я в этом пока не вижу. Никаких действий и действенности. Есть люди, есть силы, которые готовы идти. Готовы идти, ребята вышли, то есть защищать Родину. Но ребята вышли побеждать. Примере, когда уже натащила Россия столько техники, столько кадровых. Вот трезво оценивая ситуацию, у Украины есть физическая возможность все-таки выбить это все? Вот сейчас, уже когда столько всего... Прежде всего, есть наши силы, стоящие на подступах. Ну и внутри уже работает партизанское движение. И если мы нормально будет координация, то есть общими усилиями, мы можем это сделать. Прежде всего мы за свою землю. То есть с нами Бог, и соответственно у нас сторона света в этом во всем. Поэтому как бы мы можем, у нас нет приказов. И когда на Иловайске ребята шли по полю, танки не стреляли. Потому что приказа из Киева не было.
Вот и все. То есть нас предают, вот там Киев, очень трудно, с двумя врагами. Причем с этим врагом нам легче. Взял автомат, стой, держи его. Не отступай, стреляй. А вот когда в спину бьет Киев, это второе. И очень это как бы. Это намного. Чувства, да, 18 дней. Дольше всех были в аэропорту. Да, дольше всех. Чувства, конечно, классно побачить цивилизацию. Постоянно там обстрелы шли, и бы движение людей, близких, ничего не бачишь. Ну, напряженная ситуация. А приїхали сюди, люди живуть весело і все нормально. Ну, самое тяжелое, вот и самое первое ощущение, вот когда выдохнули, так сказать. Коли выдохнули, коли сюди приїхали. Слов'янськ і видихнули. Все класно, що побачили, що тишина успокоїться. Даже сьогодні спали коли ночі, даже було непривично, обычно просипаємося від взривів і мінометів, а тут все тихо. Що самое страшное в аеропорту? Холод. Холод зараз наступає, і в терміалі, коли були хлопці, там дуже холодно зараз стало. Виходить, вода замерзає, холодно, і виходить, що термінал сам такий зроблений по сучасних технологіях. Стін, щоб сильно де-то сховатися, немає, коли йдуть обстріли. Не знаю, як сказати. Тобто, навіть не стільки, як обстріли, як головний враг зараз холод? Так, зараз холод, сам говорю, головний враг. А что у вас по технике? То есть, насколько там нету вообще где укрыться, я так понимаю? По поводу техники укрыться, ну вот результат нашей техники. Показывайте. Ну вот, видите. Вот это все, вы приехали из терминала, вот это все результат. Обстрелы постоянные. А и где попадание, покажи? Попадание со всех сторон. Получается, вот здесь есть попадание. Пробито. Вот здесь пробоина. Пробоина калибр 12,7, это работа по нам утес. Можно побачить его. Получается. Получается, когда мы выходили из терминала, забирали подразделение. Получается, был дуже великий обстрел, и нас подбили, мы не могли вообще идти, у нас не работала ни гидравлика, все колеса были простреляны, и шли на спущенных колесах, пробоина, вот 12,7 работа утес, пробило на полностью всю гидравлику, и мы вообще не выходили, не по дороге, те, что мали уходить, вибивали забор, задача была просто вывести экипаж в целости и сохранности. Барни, правильно? Так, так, Барни. Получается, выезжали в помощь пацанам, не было думать, когда по дороге ехать, надо было бежать, скорочить шлях. Две недели, что там работают, например, ротация была проведена, что профессионалы, не профессионалы. Мы навіть бачили, как в них вот приезжали бусы там и выгружали людей, ніби вот таке было. І в них от останні дні вивісили прапор 79-ї мотострілкової бригади, їхньої російської, червоний прапор там їхній, і висів прапор Мотороли. Ну, ми от так загалом, ну, нам здається, що сам Мотороли, які вони не беруть участь ніби в цих всяких наступах, вони там десь собі сидять ззаді, вони просто людей посилають до нас. І вони от зараз змінили тактику, вони раніше ніби так масово йшли, а зараз маленькими групами, там по 4-5 чоловік. Там просто ввечері ми наблюдаємо, як фонарі світяться, ніби вони отак на себе виманюють, там десь фонариком поблимають, і от, ну, так, щоб наші вийшли. Там. Але ми не ведемося, ніби тримаємо оборону, стоїмо на своїх постах і слухаємо. Бо тут ввечері дуже темно, ще останні ночі взагалі були без місяця, ніби ж там просто метр від себе нічого не видно. Але так то самі не лізуть, отак напряму не лізуть, просто так стараються по чуть-чуть. Ну, добре, що волонтери допомогли там. Тепловізори нам дали, то це дуже нам полегшило якби, роботу. Так, стоїмо. Це з скільки сторон вони? Тобто, наскільки вони там, можна сказати, всі на 360 сторін. Там навіть от наша дорога, якою нам переважно там привозять різні продукти, то її просто там засади сидять, там дуже тяжко добратися. Там раніше частіше возили, а зараз там просто зі всіх сторін там б'ють. Там стіни дуже слабенькі, там вони так прострілюють, що нам приходиться лягати на землю, щоб ніби так не попали під пулю. Представтесь. Мене звати Тарас, старший солдат. А прізвище? Даренько. Це всі із Рішечонної, так? Да? Тобто ваші задачі, ну, з іншої сторони, кажуть, що вони несуть дуже великі потери.
А при этом они, вот я не могу понять для себя, второй этаж наш, первый и третий их. Каким образом? То есть как они пробираются? Это все миф. Это все миф. Как бы два терминала, старый и новый, полностью под нашим контролем. Но особенно ночью регулярно заходят диверсионные группы, которые работают с глушителем, с хорошим оборудованием, хорошо обученные, которых приходится постоянно гонять по зданию. И если старый терминал толково просматривает территорию вокруг себя, соответственно, новый не может выдвинуться на такую позицию, чтобы видеть в хорошем обзоре, и приходится постоянно ловить внутри. Ну, благодаря тому, что позиции грамотно расставлены, как бы постоянно каждый раз пресекаем все их попытки, как бы завоевания, вторжения и вот всяких эти попытки, когда там они хотят забрать, да, свои 200-е, используют ли они это как провокацию? Мирный, ну, белый флаг. Да, да, регулярно. В основном так и делается. То есть они выходят, конечно, на связь? Конечно. Регулярно. Перемирие только в одну сторону. Постоянно. Это только, ну, по телевидению, там, для СМИ, мирных жителей, обыкновенных обывателей, которые принимают информацию, которую им дают за чистую монету. Перемирие только в одну сторону. Только. И постоянно почему-то мы перемирия не просим. Просят перемирия постоянно они, соответственно, идем им на уступки, даем перемирие, у них происходит ротация, у них происходит передислокация какая-то, смена позиций, подвоз боеприпасов, соответственно, потом только заканчивается перемирие, слышно по первым залпам буквально, только заканчивается перемирие, долбят нас в два раза больше, чем долбили до этого. Мы им даем шансы, они нам не дают. Представьтесь. Меня зовут Дмитрий. А кто в роте? В роте? Дерзкий. Так флаги обстрелянные. Машины живых не снимают, да, на машинах? Ну, плотность огня при поездке на терминал и обратно настолько велика, что колеса пробивает. Причем множественные пулевые и крупнокалиберные, и 7,62, и стреляют с гранатометов. Машины уползали просто еле живыми с поля. Вот. И все мы ходим под Богом. Вот ребята, те, которые работали на терминале под Богом, те люди, которые ездили, доставляли им боеприпасы, еду, топливо, все под Богом. И то, что мы не понесли потерь при доставке, при заездах туда и обратно, это и профессионализм ребят. И опять-таки спасибо Господу Богу за то, что Он поддерживал нас тогда. Вот ребята говорили, да, что настолько, да, вот буквально за секунду, да, уберегал. Вы понимаете, поездка на терминал проходит через три засады с известными огневыми точками. С каждой засады стреляют из РПГ, это реактивный гранатомет, стреляют с СПГ, это станковый гранатомет реактивный, стреляют ДШК, крупнокалиберный пулемет, стреляют утесы с прицелами, и под вот этим вот огнем едут на терминал обратно, по броне тарабанит, осколки летят, взрываются РПГ перед машиной, сбоку машины, попадали РПГ в колеса, разрывали колеса, вырывало мосты, пробивала броню, едет десант, три человека ранено. Одно пробитие только от утеса, три человека было ранено, в том числе и башенный стрелок Саша Кашеваров. Слава Богу, что ранения были не тяжелые, не смертельные. Но вы же понимаете, на войне происходит все в мгновение ока. Просто человек даже не понимает и не осознает, что в этот момент что-то может произойти.
А скажите, получается, да, в аэропорту, вот там в Песках, 21 число, годовщину Майдана, вы встречали там, на войне. Вот с какими чувствами? Во-первых, Майдан не зря. И мы сейчас воюем и сражаемся за Украину, которая позади нас. Мы поздравили наших оппонентов. В первую очередь и благополучной эвакуацией людей с терминала нашей группы. И доставкой людей туда, которые поехали по ротации. Ну и мы тоже не сидим, не ловим в броню там или в нас. Мы отвечаем, мы огрызаемся, мы стреляем, мы уничтожаем. И поверьте мне, что результативность нашего огня более действенна, чем огонь сепаратистов. О чем говорить, что потери нашей группы за те два месяца, которые мы находились в районе терминала, составили 2 человека погибшими. Сережа Седлецкий от попадания РПГ и 2-й человек Силко Артур, попадание мины. Просто человек, ну, случайность, дикая случайность. Человек сидел в броне, выходит на улицу, и в это время прилетает первая мина в шквальном минометном обстреле. Он просто не успевает, не услышит первый выстрел для того, чтобы отреагировать. И просто прилетело, и мина упала недалеко от ног. 20 минут и нет человека. Подожди. Да, давайте. Обнимаемся. Мы же любим друг друга, правда? Дерзкие. Командир, привет тебе большущий. Выздоравливай, поправляйся там. Ждем тебя. Помним. Любим. Давай, выздоравливай. Все ждут тебя с нетерпением. Вся рота передає привіт. Всі тримаємо кулаки за тебе. Пошвидше вертайся у нас. Іванич, коли тебе увозили на скорой, ти мені сказав: Аскольд, верни всіх ребят живими. Я розумію, що да, ми дійсно знаходимося під Богом. Бог не дав погибнути нашим ребятам. Но в этом, я надеюсь, есть еще и часть моей заслуги. Все ребята вернулись, все живы, здоровы. Все будет в порядке. Командир, возвращайтесь, потому что без вас никак. Вы уехали, и все пришло по-другому. За вам было веселее. Как, было плохо? Да нет, все классно. Бардак, один бардак. В батальоне возвращайтесь, надо исправлять эту ситуацию. Это ты правильно сказал, в батальоне. У нас все четко, в батальоне бардак. Куда хотят роту, туда и стоят. Надо, либо мы сами просто начнем головы крутить, либо возвращайтесь, нету вариантов. Ну, Дима в своем амплуа. Ну что делать, есть как есть. Надо оправдывать. Медвежата. Медвежаты вернулись за своим, да. Медведем, да? Да. Добро пожаловать в наше объятие. Так, ну и хочу сказать огромное спасибо всем волонтерам, всем людям, которые оказывают помощь, волонтерам, которые ездят, приезжают к нам под огнем, рискуя своей жизнью. Спасибо тем людям, которые собирают там деньги, что-то покупают, то, что действительно необходимо для армии. К сожалению, был такой момент, я вот прочитал письмо, которое прислали одни люди, там пишут, ну, написали, что, мол, существует такое мнение, что собирают на пикник. Война — это не пикник. Война — это кровь, это смерть. Это ребята, которые только что были рядом с тобой, и их уже нет. Вот он лежит у твоих ног, покореженный, сгоревший. Понимаете, это страшно. Это не пикник, война. Но без волонтерской помощи, к сожалению, мы не смогли бы выполнять те задачи так, как мы их выполняем. Почему? Вот самый даже простой пример. БТР – это машина на колесах. 8 колес. И после каждого боя эти колеса пробиты. Ну, извините, уже затычек не хватает на эти колеса. А надо ехать, и надо ехать очень быстро, не переживая за исправность материальной части.
И вот волонтеры, есть такая группа, они нам привезли 50 колес. Перед этим 14 колес и еще 50 колес привезли. То есть без этой помощи, ну, есть имя, есть телефон с Тернопольщины. Вот, молодцы очень большие ребята. Благодаря им наша техника смогла выехать с территории зоны АТО.